Ну, понятно, почему я выбрал голубой цвет, да? Вот. И еще мне нужно вот здесь белое пятно. Я сейчас гадаю, чем мне его лучше сделать, чем сейчас я буду рисовать. Белый стержень я купил. Но это, наверное, позже. Сейчас я... Вот белый карандаш. Ну и тут белая пастель, белый акварельный карандаш. Я это сегодня все буду показывать. Но мне хочется... Нет. Или пером. Нет, пером не буду. Пером надо рисовать на плотной бумаге. Пером надо с чернилами рисовать на бумаге, которой надо давать влагу. Иначе нет смысла рисовать пером. И там, вот здесь вот у нас огромное-огромное пятно. Я не знаю, пока думаю. Вот у меня желание его вот просто пятном сделать пока. Вот этот белый карандаш называется по стеклу. Он не очень хороший. Я сегодня, короче говоря, я сегодня буду тестировать белые материалы.